В одном из отдаленных микрорайонов Актау открылся новый детский сад. Для детей и их родителей это событие стало настоящим праздником. Ведь в округе, где находится почти 300 жилых домов, такого учреждения до сих пор не было. Детсад открыла местная предпринимательница по программе «Дорожная карта бизнеса 2020». Бизнесвумен взяла кредит в размере 15 миллионов тенге под 14% годовых сроком на 5 лет. Половину кредитной ставки женщине поможет погасить фонд «Дому». В двухэтажном здании детского садика есть комнаты для занятий по изучению языков, арифметики, грамоты, игры в шахматы, а также актовый и гимнастический залы. Он рассчитан на 75 малышей, в штате 9 опытных воспитателей и один повар. Мы очень рады. За 2 дня открытия детского сада мы принимали документы, набралось уже 50 детишек. Садика у нас не было, и далеко все садик, и надо найти место, и еще пробиться через кого-то, через знакомых. А у нас сейчас рядом, я же говорю, у нас в семье такой праздник большой, грандиозный, потому что мы радуемся. У меня вот 3-й сын ходит, и скоро Бирса, еще 4-я дочка тоже будет ходить сюда.